Я считаю, что нет проблем как таковых в мире, есть к ним неправильные отношения. Когда мы что-то запрещаем, это вытесняется в тень. В психологии есть такое понимание – тень. То есть это всегда есть в мире, но за счет вытеснения в людях вызывают это негативные эмоции. Где есть негативные эмоции, есть агрессия, войны и прочее. Я бы выступил, наверное, за легализацию этого, но при правильном обучении и подходе, чтобы у людей было медицинское образование, психологическое образование, чтобы человек, придя к ним на прием, люди попытались бы добраться до сути проблемы, почему он ходит налево, почему он пришел туда, и решить не только сексуальный вопрос, а именно психологический. Когда будет такой подход, у людей действительно будет, они платить за это налоги, совершенно ситуация поменяется. Перестанет это вытесняться и быть чем-то постыдным. Люди просто будут ходить именно как в Японии, культ гейши, да, где люди приходят не для того, чтобы сексуальные утехи удовлетворить, а решить свои проблемы.